В общем, меня зовут Рустам Фадеев. Меня назвали в честь моего дедушки по маминой линии. Я родился в Ташкенте, но сейчас моя жизнь уже третий год обустроена в Праге. В этом прекрасном городе Европы я учу информатику. Я не люблю алкоголь и сигарет. Какая же фигня. Окей. Давай снова. Я Рустам, и моя жизнь уже полгода обустроена в этой части города Прага. Живу я вот в этом общежитии на 17 этаже, вот прямо в этой комнате. Сейчас покажу, что внутри. Вот это мой офисный стол, на котором я работаю во время пандемии. А вот это стол, где я учусь. Это обеденный стол, где я ем. А сейчас здесь я живу один. Мой сосед уехал домой на время пандемии. И... А вот здесь я сплю. А еще, знаете, я вообще не понимаю ТикТок. Нет. В последний раз. Я Рустам. И вся моя жизнь была обустроена вокруг моего компьютера. Мой компьютер – это место моей работы и учебы. Место, где я планирую каждый свой день и строю планы на будущее. Моя жизнь – это музыкальные инструменты. Место для меня одного, место эмоций, для любви и нелюбви к самому себе. Место самосовершенствования, проб и ошибок. Я очень надеюсь, что моя жизнь не ограничится только этим.